Нюру из четвертого сезона выгнали самую первую в первой серии, не дав побороться за свое место на проекте. Но она заявила, что пойдет на кастинг шестого сезона. Возьмут ее или нет, узнаем совсем скоро. Девушки, которые попадут на шоу. Все разные, но сломлены. Они думают, что им уже никто не поможет. Но шоу прославилось, и кастинг на новый сезон набирает обороты. Но возьмут ли действительно отчаявшихся участниц, или возьмут тех, кто делает движуху и хочет прославиться, узнаем совсем скоро. Возможно, шестой сезон провалится, как и пятый. Но несмотря на то, что некоторым не понравился пятый сезон, шоу все равно было популярно. Его активно обсуждали, принимали участие немало звезд. Либо они сами стали тухлыми и все начали забывать, ну, либо шоу решило поднять себе рейтинги. На этом все. Не забываем подписываться на канал, если вы этого еще не сделали, ставить лайк и, собственно, напишите нормальные адекватные комментарии. Все, да, уже поняли, что я здесь самый опасный пацан? Чё ты путаешь, это я тут самый опасный пацан. Чё ты сказала? Это я тут самый опасный пацан. Вообще-то я самый опасный пацан. Кто-то сказал опасно. Да ладно, я шучу, я уже леди. Линда блогер, играет на гитаре и ведёт аморальный образ жизни. Диана знакома с Костей. Луиза несовершеннолетняя. Первая участница, которая стала известна, это Ульяна Матвец, 19 лет, из Ставрополя. В соцсетях неактивна. На фотографиях можно увидеть, как она злоупотребляет спиртным. Уйдет одна из преподавателей. Никому не секрет, что место Марии Буши займет всем полюбившаяся Татьяна Полякова. Лилия Шакалова вновь займет место психолога. Алена Швец, автор нового саундтрека. Выйдет шестой сезон в сентябре. Новость для фанатов. Шестой сезон для шоу станет последним. Новую поправку внесли в кастинг. Участницы будут проходить проверку на полиграфии, дабы исключить погоню за хайпом. Визитки все отсняты. Идут съемки самих новых серий. Новости о других участниц выйдут чуть позже. На этом все. Не забываем подписаться на канал и нажать на колокольчик. Если ты смотришь данное видео, то тебе стало интересно. А раз так, то не забывай подписаться. Стартовали съемки многим полюбившим шоу «Пацанки» шестой сезон. Участницы, которые будут в шоу. Мария, 25 лет, город Псков. Спортсменка. Возможно, участница, которая начала хайпиться в ТикТоке. Еще одна участница, которая похожа на Алину Гор, по мнению многих фанатов. Попала по блату. Участницы, которые смогли попытать удачу, их выслушали, задали провокационные вопросы. И, возможно, приняли шоу. Вопросов всегда много. Но ходят слухи, что активно всех проверяют на детекторе лжи, чтобы исключить тех, кто пришел ради хайпа. Так ли на самом деле, как говорят? Немного закадровых фоток, съемки визиток. Судя по съемкам, тут снимают какую-то шляпу непонятную для этих всяких штук. Шоу уже изжило себя и в последнее время стало тухлым. Про пятый сезон все забыли. Участницы никак не изменились, по крайней мере, некоторые. Шестой сезон станет заключительным, и никто не будет его продлевать на седьмой.
Давайте, ребята, поднимем активчик. Больше актива, больше новой инфы. Ольга и Лариса Кравцовы из Ростова-на-Дону. Одна появится в первых сериях, другая чуть позже. Анна, 25 лет, Москва. Ощущает себя парнем, нежели девушкой. У нее есть страница в соцсетях с мужским именем. Читает рэп, знакома с Петровой. Мария Лебедева, 25 лет, из Пскова, спортсменка. Кристина, Москва, знакома с Беллой и Костей. Ксения Булат, молодая мама. Ника Нуриева, 21 год, Москва, дочь рэпера Птаха. Некоторые считают, что она дружелюбная, но разве таких берут на проект? Съемки пройдут в том же доме, где снимали 5-й сезон. Слушок гуляет, что Татьяна Полякова находится в Москве на съемках нового сезона шоу. Можно много слухов прочесть в интернете. Возможно, вы их уже слышали, но все же я вам их расскажу. Многие, может, не в курсе, что каждую девушку привозили на Яндекс.Такси. Участниц было 8. Видели, как две девушки целовались. Также девушки грабили бар и катались на мотоциклах. Драка была между Марией Лебедевой и Кристиной. Шоу уже изжило себя и в последнее время стало тухлым. Конечно же, про 5-й сезон все забыли. Ну, также забыли и про 1-й, 2-й, 3-й и 4-й сезоны. Ну, в общем, ничего удивительного. Участницы никак не изменились. Ну, по крайней мере, некоторые. Хотя, смотришь на всех, и они... Вот покажите мне хоть одну участницу, которая изменилась, которая перестала пить, ходить по барам, там, вести аморальный образ жизни. Ну, вот покажите реально. Ну, возможно, и есть, но там какая-нибудь одна участница. Но чтоб прям все под копирку, особенно которые были в финале. Ну, вот вам пример 5-го сезона. На этом все. Пиши свое мнение, подписывайся на канал, жми на колокольчик. Всем пока!